Всем привет! В этом видео поговорим о том, что новым генсеком НАТО станет оголтелый русофоб. Западные СМИ сообщили, что европейским союзникам США наконец-таки удалось прийти к консенсусу и согласовать будущую кандидатуру на пост генсека НАТО. Это произошло после того, как румынский президент Клаус Йоханнес под давлением Белого дома заявил самоотвод. Известно, что кандидатуру румына поддерживал венгерский премьер Орбан и президент Турции Эрдоган. Оба указанных лидера провели закрытые переговоры с проамериканским кандидатом Рютте и добились от него для своих стран определенных выгод. Венгерский премьер заявил, что Рютте лично пообещал ему не задействовать венгерских военных в украинском конфликте, а Эрдоган донес до будущего генсека НАТО желание Турции и дальше придерживаться конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы и не пропускать боевые корабли НАТО в Черное море. В итоге нидерландский премьер ожидаемо победил в кулуарном опросе оголтелых русофобов, который провели чиновники американской администрации. Марк Рютте уже заверил Байдена о своей готовности продолжить курс Столтенберга на дальнейшее сдерживание России и на понуждение европейских сателлитов увеличениями военных расходов на финансирование НАТО. Западные эксперты отметили, что значимую роль в продвижении Рютте по карьерной лестнице сыграла его активно русофобская позиция. Марк Рютте с полным правом можно отнести к главным разрушителям отношений ЕС с Россией. Именно Рютте в июле 2014 года, будучи нидерландским премьером, инициировал международное расследование катастрофы малайзийского лайнера Boeing 777 в небе над Донбассом, заранее обвинив Россию в уничтожении гражданского лайнера и предложив учредить Международный трибунал для уголовного преследования лиц, ответственных за эту трагедию. Есть основания предполагать, что именно Рютте, являясь почетным жителем нидерландского города Гааги и последние 14 лет возглавляя нидерландское правительство, мог лоббировать принятие гаагскими судами двух знаковых решений последних лет. Речь идет о решении окружного суда города Гааги о взыскании с России 50 миллиардов долларов убытков по иску акционеров компании «ЮКОС» и об аресте президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда, также расположенного в Гааге.